Завершается монтаж системы отопления теплопанель на объекте компании «Мехземстрой» в городе Липецк. Компания занимается предоставлением услуг по аренде спецтехники и свои боксы для ремонта автомобилей, а также мойку. Компания оборудует системы отопления теплопанель. В общей сложности работы по монтажу системы заняли 2 недели. Завтра у нас 13-й день, ну, остается там еще один день на пусконаладку. И, в общем-то, мы рассчитываем все быстренько закончить. И, на самом деле, все было бы еще быстрее, если бы не крупногабаритная спецтехника, которая затрудняет монтаж. Вот сейчас городятся специальные леса, чтобы завершить монтаж панелей на последнем участке. Но все здорово, замечательно, выглядит очень аккуратно. Сейчас запускаются боксы, а уже через месяц будет монтаж панелей в мойке.